Добрый день, уважаемые садоводы, виноградары, любители, а также подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас 13 июня 2021 года. Мы находимся в Запорожской области, Бердянского района, село Осипенко. Вот в таком состоянии на сегодняшний день находится наш виноградник. Основная часть винограда уже отцвелась. Есть виноград, который еще продолжает цвести. Во время цветения было очень много дождей, поэтому как отцвелся виноград, хорошо или плохо, пока еще не ясно. Это будет видно чуть позже, дней через 10. Вот как мы можем наблюдать, пока все ягоды выглядят ровно. Те ягоды, которые отцвелись хорошо, начнут наливаться. А те ягоды, что отцвелись плохо, останутся на месте. Ну, это в случае, если виноград отцвелся плохо. Но есть все-таки надежда, что все будет нормально. Большая часть винограда отцвелась хорошо. Потому что были такие дни, когда днем погода была идеальная для цветения винограда, а с переменчивым ветром и температурой плюс 25 градусов. А были дни, когда шли проливные ливни, что не есть хорошо для цветения винограда. Совсем скоро узнаем, как же отцвелся наш виноград. Что касается работ на винограднике на сегодняшний день, значит, на сегодняшний день я произвожу следующие операции, такие как подвязка побегов и посынкование. Также было бы неплохо произвести культивацию, чтобы дать доступ кислорода, так называемой аэрации, но сейчас нет такой возможности, так как каждый день идут дожди и земля не успевает просохнуть. Да и во время цветения земляные работы производить нельзя, чтобы пыль не попадала на цветущие соцветия. Сегодня только второй день, как нет дождя, а перед этим лило больше 10 дней подряд. Что касается зеленых операций, которые я произвожу на сегодняшний день, я произвел подвязывание, то есть смотрите, когда подвязываю, хотя бы сантиметров 10-15, чтобы было расстояние, чтобы не было загущенности. Вот я подвязал, значит, наш виноград, потом производим посынкование. Вот он, первая гроздь наша, наблюдаем до первой грозди, значит, убираем. Здесь, как правило, получается 3-4
пасынка, мы их удаляем полностью. Дальше я делал прощипывание. Вот смотрите, сделал прощипывание и появился молодой листочек. То есть вот этот листок поработает 30-35 дней, он отмирает. А вот этот лист будет подпитывать нашу гроздь и закладывать урожай на будущий год. Вот смотрите, значит, выломаны все. Вот я делал прощипывание. Вот дальше продолжаем эту операцию, так как виноград подрос. Вот прощипываем, оставляем один листочек. Можно два, но лучше желательно один, так как не будет загущенности и будет лучше. Когда не будет загущенности, не будет грибковых заболеваний и будет проветриваться лучше, будет опыляться лучше. Все, значит, продолжаем. Смотрите, вот производим прощипывание, Что делаем дальше? Вот если побег перерос верхнюю проволоку, видите, намного, то значит делаем следующую операцию. Делаем так называемую чеканку, убираем верхушку, убираем этот ус и оставляем вот минимум одну верхушку, ну, чтобы был пасынок не прищиплен, один минимум, а в идеале, конечно, два. Вот, видите, я два оставил. Для чего же это делаем? Чтобы вот эти почки не начало рвать, чтобы наша лиана продолжала расти вверх. То есть поняли, да? Подвязываем, когда, чтобы не было загущенности. Потом оставляем по одному листочку. Вот прищипывание делаем. Вот один. Эти усы убираем, так как они когда здесь запутаются, потом, когда осенью будете обрезать, это целое дело их вырывать. Вот верхушка роста загнута. Ее еще оставим. Он еще не сильно вырос. А если вот сильно перерос, то смотрите, оставляем два пасынка неприщипываемых, а все, что ниже, прищипываем. То есть такую вот зеленую операцию я произвожу на сегодняшний день. И когда подвязываем, главное, чтобы не было загущенности, чтобы хотя бы немного 10-15, а в идеале еще и 20 сантиметров между побегами было расстояние. Сорт преображения уже отцвелся полностью. А кишмышный сорт винограда, такой как под названием Велес, цветет полным ходом. Вот в самом пике цветения пыльца пахнет, пчелы летают, температура благоприятствует, плюс 25 градусов и переменчивый ветер. То есть погода сейчас идеальная для цветения винограда. Это сорт Велес. Посмотрите, какие соцветия шикарные. Каждый год он нас радует. Урожайный сорт. Очень нас устраивает. Спасибо вам за просмотр. До свидания. Всего доброго.